В этом видео я хочу рассказать вам про внутренний фильтр для аквариума фирмы Сансан, модель HH711. А в данной линейке есть две модели, это 711 и 510. То есть отличаются они только размером и пропускной способностью помпы. В основном же они одинаковые. Данные фильтры, данная модель, продается уже очень давно, наверное, лет 10. То есть раньше они были очень ходовыми в нашем магазине, но потом что-то пропали, вот сейчас опять появились, и я хочу рассказать вам про них. В принципе, это классический фильтр, то есть отсек с губкой и помпа. Здесь достаточно хорошая пропускная способность, то есть у этой модели 600 литров в час, и он действительно хорошо качает, это вот даже чувствуется по весу. То есть здесь достаточно мощная помпа стоит. А сделан тоже из такого приятного достаточно пластика, соответственно, нет никаких зазоров. Все ровненько, то есть стакан присоединен просто вот при помощи крепежа, но он достаточно плотный. То есть он не спадает, не отваливается. Крепится на присоске, и сверху, что удобно, есть регулятор прокачки. То есть если вам сильно напор, вы можете его немного уменьшить. Также у этого фильтра есть функция аэрации, то есть установится такая вот насадка и шланг. Шланг должен выходить из воды. Соответственно, вот есть такой маленький крепежик, для чтобы прикрепить к этому шлангу, шланг к проводу. На конце шланга устанавливается, чтобы он меньше шумел, вот такая вот маленькая заглушка. Эта заглушка, она также регулирует количество воздуха. То есть, чем больше вы ее закручиваете, тем меньше подается кислорода через фильтр. Фильтр должен быть установлен в воду, ну, по-хорошему, где-то 1 сантиметр под водой. Должен быть провод. Нельзя, чтобы он торчал, потому что он может перегреться. В общем, так это выглядит. Главное, вот его особенность, то, что стакан фильтра, он прозрачный. А так он похож на все остальные внутренние фильтры. Он в средней ценовой категории между самыми дешевыми китайскими фильтрами и какими-то уже более импортными, типа Aquaelle. Здесь также есть вот такая насадка. Не знаю, может быть, когда вы устанавливаете фильтр в каком-то неудобном месте, чтобы ток воды был в определенные направления. Можно сделать так или в другую сторону. Но насадку тогда уже установить не получится. Внутри установлен отсек с губкой. То есть вода проходит через вот эти все щели, потом через это отверстие и уже обратно в аквариум через помпу. Губка такая достаточно большая, среднепористая. Самый тот для внутреннего фильтра. В общем, вот такой интересный фильтр для вашего аквариума. Ссылка будет под видео, то есть на полное описание характеристик и модели.